землю, планету, Украину в то, что хотят реально сейчас превратить. Вы же видите, да, самолеты не летают, туристы больше никуда не летают, мир полностью замер. Все реально разваливается, это действительно так. Если раньше было больше 100 авиакомпаний, да, сейчас будет 3-4. Если раньше в магазине могли купить макароны 10-20 производителей, будет 3 только. Так будет во всем, полностью. Ладно, во всем. Не будемо тут жахи гоняти. Шановні глядачі, все, що тут апокаліпсис вам малюють, все нормально. Самоліти будуть літати, макарони будуть продаватись. Все ставимо під сумнів. Що по Закарпаттю?